Приветствую, мои дорогие друзья. Сегодня на обзоре у нас вот такая бритва, которую я заказал. Ну, когда в больницу едете, надо с собой что-то брать. Потому что можно оказаться вот в таком вот положении. Вот видите, седая бородушка, но это не очень прилично. Ну, пришлось заказать эту бритву. Можно было, конечно, другую заказать. Ну, почему заказал, сейчас покажу, расскажу. Короче, вот в таком виде пришла, распаковал. Сейчас покажу, что внутри. Вот такая вот бритва пришла. Кстати, заряженная. Все как положено. Смотрим дальше. В комплекте вот такая зарядная станция идет. Шнурок USB уже подготовленный. Насадка, чтобы в носу, волосы в ушах удалять. Ну и, соответственно, триммер. Ну, вы видели мою гриву, как говорится, которая отросла. Ну, вот это будем все пробовать убирать. Соответственно, с меня дальнейший обзор. Стоит ли покупать или нет.